Всем привет, друзья! Вот вы постоянно мне говорите: Тимур, телевизор 4К, 120 FPS, это, конечно, все хорошо, но ты видел, сколько они вообще стоят? Мы не будем покупать телевизоры за 200 тысяч, за 300, за 400 тысяч рублей. Это очень дорого. Я вас услышал, и поэтому нашел крутой вариант, друзья, 4К, полный фарш, 55 дюймов, всего за 29 900. Сейчас покажу. Вот уж не знаю, правда, влезет ли он в кадр. Все-таки 55 дюймов, или, если быть точным, 140 сантиметров. Надо, на самом деле, камеру немножко отдалить, чтобы вы весь его увидели. Вот он, смотрите, здесь написано 138,8 сантиметров, то бишь 55 дюймов. Телевизор от Xiaomi LED TV 4S на Android TV. И 4К. Естественно, 4К. Все основные характеристики этого телевизора у вас прямо перед глазами. Это и 4К HDR, и звук от Dolby Digital. Также здесь на борту установлен 9-й Android. Соответственно, у нас есть сразу и Google Play полноценный, и Chromecast есть, и голосовое управление. И что немаловажно, на этом телевизоре можно смотреть YouTube. Он здесь также уже установлен. То есть ничего колхозить не придется, я надеюсь. Сейчас посмотрим, как он будет выдавать 4К. И что самое интересное, тут еще есть и локализованный интерфейс, который называется Patch Wall. В чем проявляется локализация? Если вы присмотритесь, то увидите, что это необычный телевизор от Xiaomi, привезенный из Китая. Часть надписи на этой коробке на русском. Да, здесь присутствует русский язык. И даже если я вам сейчас вот так коробочку разверну, вот так постараюсь, посмотрите, что здесь написано. Всегда верьте, что случится что-то прекрасное. Интересно, к чему бы это? Как я уже говорил, телевизор очень необычный. Во-первых, он дешевый для своих размеров, для своих характеристик. Такой раньше можно было купить только напрямую из Китая. И, видать, в России очень многие этим промышляли. Даже я не без греха. Наверняка вы помните, как я покупал свой первый 4К телевизор. Но в случае с новой моделью от Xiaomi покупать из Китая ее не придется, потому что он сделан в России. Это еще один безумный факт, который меня просто сразил наповал. Да, естественно, детали здесь китайские, но сборка при этом, друзья, российская. Вот тут сбоку написано, смотрите. Изготовитель ООО КД Electronics, Калининградская область. У меня, честно говоря, даже нету слов, и это, пожалуй, одна из основных причин, почему мне вообще интересно, что в итоге получилось. Давайте распаковывать, друзья, телевизор 4К за 30 тысяч рублей. Как вы можете заметить, у меня тут заготовлен мой анбоксерский меч. И им нужно сделать тут пару надрезов вот так сверху. Так, у нас тут разные кабели, подставки, инструкция. Огромный кусок пенопласта. А что касательно того, как доставать сам телевизор, слушайте, тут довольно необычная схема. Извлеките телевизор согласно схеме. То есть у нас тут есть какие-то некие рукоятки. И да, действительно, они есть, смотрите, в пакете вот так, чтобы за них можно было удобно достать телевизор. Ну что ж, я, честно говоря, такой схемы ни разу не видел. Давайте попробуем, насколько она удобная. Вот так берем и достаем наш 55-дюймовый экран. Слушайте, он стоит. Он реально стоит, даже без подставок. Вот знаете, только что странно, я как бы все из коробки достал, вон там, смотрите, кроме пенопласта больше ничего не осталось, и я не увидел кабель питания. Как бы вот тут у нас есть пульт, инструкция, но не было кабеля. Окей, возможно, кабель будет где-то в этом огромном пакете. Аккуратненько извлекаем. А нет, в этом пакете тоже было пусто, и где же... Он просто несъемный. Ну, тогда уж сразу по порядку и пробежимся. Есть несъемный кабель для питания с европейской, естественно, вилкой, ведь это изготовлено в России. Дальше, ого, здесь есть тюльпаны для того, чтобы можно было подключать старые приставки и, ну, может быть, видеомагнитофон, конечно, при желании можно. Но я уже знаю, что я сегодня сюда подключу старую игровую приставку. Дальше идет какая-то вот такая наклейка. Смотрите, не открывать без помощи специалистов. Даже будет предположить, что там находится. Поэтому мы туда пока не полезем. Смотрим, что у нас есть сбоку. А у нас тут есть USB, есть AUX, есть 2, 3 HDMI, еще 2 USB-шки. Металлические
подставки. Подставки, которые нужно прикручивать, это, знаете, ну, не сколько минус, сколько я просто более люблю, которые защелкиваются. Но тут, в принципе, тоже делов-то на 2 минуты, и они как бы уже закручены. Ну вот, в принципе, и все. Перед тем, как запускать телевизор, давайте сначала внимательно посмотрим на пульт. Он здесь очень минималистичный, питается от двух мизинчиковых батареек вот здесь. У него есть кнопка включения, есть кнопка голосового управления, а также есть кнопка возврата, домашний экран и изменение громкости. Вот эта кнопка, я еще пока не знаю, что значит. Но давайте для начала включим и посмотрим. Во время первого включения, я так понимаю, первичные настройки нас включает вот такая анимация от Android. Дальше нас встречает анимированное краткое руководство и нас просит нажать на кнопку Mi и на кнопку Home одновременно, указывая на центр телевизора. Сделать это на расстоянии около 20 сантиметров, вот так подносим. И, видать, это нужно для подключения пульта. И в итоге, смотрите, пульт у нас настроен, появляется зеленая галочка, выбираем русский язык и вся остальная настройка. Как вы можете заметить, телевизор поддерживает 5G подключение к Wi-Fi. Вот, блин, нас встречает обновление системы. Придется немного подождать. После обновления устройства у нас очередное краткое руководство, которое рассказывает о возможностях Android TV, то есть у нас тут есть и полноценный Google Play. Также есть встроенный Chromecast, это тоже круто, если вдруг кто не знает или не замечали, вот, допустим, на смартфоне, если нажать на вот такой значок, то у нас картинка будет транслироваться со смартфона непосредственно на ТВ. Это отлично работает на андроидах, но мне будет интересно посмотреть, как этот телевизор будет работать вместе с айфоном. А вот оно и объяснение, что это за кнопки на пульте и за что они отвечают. Соответственно, правая клавиша ведет нас на Android TV, а левая ведет нас на патчвол. Об этом нужно остановиться чуть подробнее. Это такой некий агрегатор, разработанный специально для российских пользователей с глубокой интеграцией российского контента, то есть тут, смотрите, и телевизионные каналы можно смотреть бесплатно, да, и Иви можно смотреть, и Ока, и Мегаго, и Тивизавр, и вообще все, что хотите, что вам удобнее. Также нам сразу предлагают нажать и получать подарки, давайте посмотрим, что это значит. 6 месяцев подарок на Иви, 6 месяцев подарок на Мегаго, 6 месяцев на Тивизавр, также подписка на Амедиатеку, и еще скоро будут другие предложения. Слушайте, ну это на самом деле очень даже неплохо, я сам смотрю телевизор через онлайн кинотеатр, и 6 месяцев подарок, это очень даже неплохой такой подгон. В общем и целом, я думаю, что компания проделала огромную работу. Посмотрите, вон целая куча различных шоу. Я так понимаю, что они все бесплатные. Но, допустим, если мы решим посмотреть танцы, да, на ТНТ, открываем и смотрим, включаем первый эпизод. Ну, слушайте, неплохо, смотрите, вон все работает. Также можно выбрать сезоны. Слушайте, это круто, это удобно. Вот это, я понимаю, глубокая интеграция. Ну, это все было, что касательно почвола. Теперь давайте вернемся обратно к Android TV. Как вы уже знаете, самое для меня главное — это 4К. Давайте проверять его на уже предустановленном YouTube. Заодно проверим здесь голосовое управление, качество картинки и звука. Для начала голосовой поиск. Нажимаем на специальную клавишу. Тимур Сидельников. Смотрите, находит. Наход, смотрите, нашел мой канал. А еще говорят, что голосовое управление бесполезное. Так, ну, к примеру, ролик про скутер у меня снят в 4К. Давайте его и запустим. Сразу громкость сделаем побольше. Так, ну давайте, допустим, на 50%. В общем, я думаю, этого достаточно. Все равно камера звук полностью не передает. Ну, а если вы мой ролик со скутером еще не видели, то заходите на мой канал и посмотрите. Нам же сейчас важнее открыть другие параметры и посмотреть качество. Смотрите. 4К у нас выставилось, смотрите, автоматически. Еще раз напоминаю, что телевизор стоит 29 900. Давайте еще раз испробуем функцию голосового поиска и попросим найти нам, ну, допустим, 4К HDR видео. 4К HDR видео. Слушайте, и снова работает. Давайте включим какое-нибудь интересное видео. Вон, допустим, Перу, смотрите, нам там даже 8К вообще написали. Но вот даже так, воу. Я вот сейчас нисколечко не прикалываюсь, друзья. Честно говоря, я думал, что будет хуже. Но вот я сейчас смотрю, и это огонь. Картинка реально огонь. Теперь давайте снова вернемся к функции Chromecast, которой, к слову говоря, нету даже в некоторых дорогих моделях телевизоров, а еще некоторые не работают с айфоном. Вот у меня сейчас в руках iPhone XR, я нажимаю на значок Chromecast, и у нас здесь появляется наш телевизор. Смотрите, Mi TV, мы на него нажимаем, немножко ждем, и
Запускается YouTube и запускается наше видео, которое я запустил со смартфона. Объективно говоря, Chromecast это очень удобная штука, если ни разу не пользовались, всем советую. Основной интерфейс телевизора это оболочка Mi TV, основанная на Android TV 9, а это значит то, что у нас тут помимо обычных приложений, которые уже предустановлены, есть и классические Google сервисы, через которые вы можете скачать игры, приложения или музыку. Итак, это у нас все, что касательно самого телевизора, ну а теперь касательно подключений к нему. Можно использовать HDMI и подключить сюда, допустим, PlayStation или Xbox, но, как я уже говорил в начале, да, у нас есть классический аналоговый вход, к которому я хочу подключить консоль намного интересней. Но, по крайней мере, для меня эта консоль интересней, потому что я ее люблю, мне нравятся игры, которые выпускает Nintendo. Но нет, это не Switch, как вы могли бы подумать, это Nintendo Wii, та самая культовая консоль, в которой управление производится с помощью вот такого джойстика, без каких-либо проводов, вот наведением его, собственно говоря, на телевизор. Честно говоря, я уже не помню, какого года эта консоль, но она появилась точно раньше, чем Kinect и точно раньше, чем PlayStation Move, и тогда вот такой способ управления был супер прорывным. Ну а что касательно игр, то здесь они довольно стандартные. Вот уж я не знаю, как для вас, но для меня это игры моего детства, и я действительно по ним соскучился, и, к сожалению, на большинстве современных телевизоров банально просто нет аналогового входа, и консоль подключить практически невозможно, ну или, по крайней мере, нужно делать это через специальные переходники. А здесь же я могу просто подключить не только Wii, но и любую старую консоль и весело провести время с друзьями. Вот такой вот плюс у аналогового входа. Итого, что по итогу. Я специально сел рядом с телевизором, чтобы вы оценили, сколько это 55 дюймов. И учли, что это 4К, еще и HDR за 29 900. Думаю, что тут без каких-либо комментариев понятно, что это самое выгодное предложение на рынке, притом от Xiaomi, бренд, который, я думаю, не нуждается в представлении, тем более еще и собранный в России, то есть полная локализация, все работает, Google сервисы есть. Полный фарш. Более подробно про телек, друзья, можете прочитать в описании к этому ролику, там будут все полезные ссылки. Ну, а у меня же на этом все. Это был обзор на новый телевизор от Xiaomi Mi TV 4S. И если этот выпуск вам понравился, не забудьте показать это вашими лайками, а также подпиской на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры на кучу, еще раз кучу различной интересной, а иногда даже очень какой-то удивительной техники. Все остальные обзоры можете найти у меня на канале, там же кнопочка подписаться на канал, вот если она у вас до сих пор красная, ткните на нее, чтобы она стала серая. Меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем счастливо и приятного просмотра. Ну, я там, не знаю, Дамбо, да, допустим. Да, пойду, я, кстати, не смотрел. Он прям недавно, да, вроде вышел Дамбо. Да, пойду посмотрю Дамбо.